Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Defense. Ну что же, у нас открылась новая локация, которая называется Каир 4.1, ну что, будем приступать. Так, надо было посмотреть вначале все вот эти вот видосики, чтобы заработать немножко голды. Так, ладно, 50 голдишки заработали. Ну что же, давайте смотреть, что у нас здесь за новые будут монстры или зомби. Посмотрим, короче. Ага, какие-то танки у нас тут. Понятно. Ну, видим дурачков в ушанках, да? Начнем, наверное, потихонечку разбираться с ними. Ну, первые этапы будут самые легкие, да? Мы это все прекрасно понимаем. Так, давай-ка, барышня, выходи. Ой-ой-ой, как же так тебя быстренько подбили-то, а? Так, друзья, я взял с собой заморозочку. Будем врагов теперь замораживать с вами. Ну что, пожарный у нас идет. Наверное, мне здесь не помешало бы призвать снайпершу. Хотя нет, лучше автоматчика, да? Да, лучше автоматчика возьмем. Так, я надеюсь, друзья, не слишком громко. Ладно, пройдем этот уровень. Я потом немножко громкость пониже сделаю. Мне кажется, тут стрельба просто очень сильно бомбит. Так, ну что, я думаю, первый уровень у нас будет довольно легким и простым. Как, в принципе, и полагается, да? Ох, снайпер там наяривать, будь здоров. По красоте. Давайте-ка вызовем, наверное, маленького хламона нашего. И, скорее всего, нам нужно еще призвать одного пожарного. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо там буянь, замораживаем их всех. И в этот момент, естественно, пробиваем обороночку. Вот так-то. На 3 звездочки, как и полагается. Так, что у нас тут? Ну, по идее, нам нужно с вами получить 100 золотишко. Ну что, голда в кармане, и это меня радует. Возвращаемся на карту и смотрим. Так, открывается территория. Ага, 4-2. Ну, естественно, нужно бежать туда. Кстати, у нас вот здесь есть ящик, мы его с вами должны открыть и посмотреть, что нам отсюда выпадет. Угу. Витамины. Так, эспандер. Гантелька и опять же витамины. Хорошо, очень много витаминчиков что-то нашим бойцам дают. Ну а мы с вами приступаем к следующей миссии. Каир, не забываем. Оу-оу-оу, здесь псы с батарейками, то есть шокеры, да? Если я сейчас вызову, мне кажется, тут сразу же нам ханарики приступят. Начнутся, короче. Так, я думаю, мы с вами сделаем немножко похитрее. Ой, бегут. Бегут, друзья мои. Ладно, я попробую бросить гранату. Ух! А поможет ли мне это? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Тихо-тихо-тихо! Друзья мои, а что ж нам тогда делать-то? Как нам быть? Просто в хламину? Я не знаю, как нам быть. Так, ну подрывник нам здесь по-любому нужен, да? Ну, дело в том, что как только мы ее вызываем, все эти охламоны на меня бегут. Мы можем с вами, наверное, вот так вот, может быть, заюзать. Посмотрим, что у нас из этого, друзья, получится. Ну, якобы вот так вот. Дальше заморозку. Я попытаюсь, друзья, продержаться здесь. Так, по-моему, не было урона, да, ведь? Слушай, ну это хорошо, если не было урона. Возможно... А-а-а! Нам нужен автоматчик. Блин, ну... Вышел, да? Отлично. Так, заморозочка. Это все, конечно, замечательно. Все хорошо. Пожарный, давай, иди, пожалуйста, туда. И бомби... Ах ты, смотри, кто там притулился у нас. Ладно, вызовем снайпершу, да? Так, снайперша на позицию встает. Расстреливаем. Минус. Так, нам нужен еще, наверное, один пожарный. Да, для ускорения, чтобы мы смогли как можно быстрее пробить обороночку здесь. Ну, не подведи, родной, меня. Давай, чеши, чеши, чеши быстрее. Хорошо, солидно, 3 звездочки, все как полагается. О, да мы еще и все задания выполнили. Ну что, возвращаемся на карту и будем смотреть, что дальше нам откроется. Так, здесь потратить горючку, да, они просят. Ладно, мы это сделали с вами. Какой-то реворд, 100 голды и 50 опыта мы с вами зарабатываем. Мелочь, но приятно. Здесь-то что-нибудь есть? Ничегошеньки абсолютно нету. Денег у нас маловато с вами, а если вы не помните, то я вам, ребят, напомню, что нам нужно очень много денег для того, чтобы нанять новых
рекрутов, да, например. Вот этого вот пехотинца с дробашом, я так понимаю, да? Крутой, но у него, конечно, на него без слез не взглянешь, как будто он пробухал всю свою молодость. Так, и вот этот вот чувак тоже у нас тут рыбак. Тоже странный. Да, Павличенко тоже пока еще, ребята, закрыто для нас. Медпакет, я не знаю, не надо, наверное, нам его брать. Давайте вернем, скорее всего, с вами бочечку, да, на место. Она нам здесь пригодится. Хилпак, я думаю, не нужен. Ну и, в принципе, все, да. Основной состав у нас есть. Ну что, 4-3 миссия, погнали. Вперед, как говорится, и с песней. Надеюсь, здесь не будет никаких прыгунов. Так, я вижу генерала. Генерал-зомби тут стоит у нас. Вот эти вот, вы не забывайте, эти у нас бессмертные. Они постоянно будут вставать. Что бы вы там ни делали, ничего у вас не выйдет. Так, ну пока идут всякие ватники и скелеты, друзья мои. Опять скелеты. Можно, в принципе, и заморозить их. Но я думаю, что этого мы делать не будем. А будем вот так вот с вами чудить потихонечку, да? Давай, роднули. Сейчас мы сюда бросим гранатку. Нет, 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 нет. Не надо псов. Не надо здесь никаких псов нам, да? Согласись. Вот этого надо будет заморозить нам паренька. Я не хочу, друзья, чтобы он тут буянил слишком сильно. Снайпер. Да куда ж ты пошел-то, дурень-то? Нет, ему надо было вот в ушанки бомбить. Нет, чтобы вот сюда передвинуться. Я не понимаю, друзья, почему так происходит. Дурень какой-то на самом деле. Ладно, давай. Вот сейчас будет нас кромсать, по идее, да? Давай заморозку. А, не хватает. Не хватает, друзья, энергии. А если так? Да сгорит уже в аду, упырь. Скелеты. Эти скелеты, они постоянно воскрешают, друзья, и мешают нам, скажем так. Ну, замораживаем. Давай, давай, расстреливаем, расстреливаем. Так, слиток золота 10. Давай еще, наверное, одного автоматчика. Блин, слушай, нам знаешь, что нужно? Псы бегут. Нам очень много нужно пожарных вызывать. Если мы хотим как можно быстрее. Потому что вот эти скелеты, они сейчас будут постоянно вставать. И мы просто можем не успеть с ними расправиться. Так, тут еще и отравляющий, да, зомбарь явился. Именно он. Ну ладно, будем, друзья, держаться до последнего с вами. Так, очень долго идет откат. Мне пожарный нужен, как, я не знаю, как манна небесная. А вы видите, слишком долго идет. Так, 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 давай, 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 родные мои. Пожарный, как говорится, на подходе. Расстреливаем этих летунов и все. Отлично. На 3 звездочки. Шикандос. Возвращаемся на карту и, наверное, приступаем к следующей миссии. А, у нас тут, смотрите-ка, аж 2 реварда. Солидно. Ревард — это всегда приятно. Что такое? Так у меня всего хватает. Зачем мне смотреть, когда у меня с горючкой пока никаких проблем нету? Что вы мне тут с панталыки сбиваете? Так, 4-5 и 4-4. Ну, конечно же, будем вот с этой миссии начинать. Подкова какая-то золотая. Хм. И шприц. Так, друзья, ну что же. Оу. Мне это о многом говорит. Мне это говорит о многом, что сейчас тут будет, наверное, бобо. Да? Значит, вызываем нашу девочку с гранатой. Поджигаем здесь все это дело. А тут у них пожарные тоже есть. Ну, погнали. Давай, радость. Опа! Вот так вот, пускай знает свое место. Ну и выпускаем тогда наших пожарных, да? Пускай идут, пока потихонечку бомбят. Потому что вот эти вот получают минимальный урон от огня. Нам нужно с ними разбираться. В личную, так скажем. Ну-ка, автомат... Ой, быстро, быстро что-то прогорело это все здесь как-то, эй! Очень быстро прогорело, я на это не соглашался. Так, что, будем пробовать так разбираться с ними, да? Гранату, может быть, бросить туда, в эту кучу малу. Это было бы прикольно, друзья, да? А давай, наверное, так и сделаем. Опс. По-моему, вообще, этим, кстати, пожарным по барабану на твои гранаты. Вот что я хотел сказать еще. Да. Но зато от пульта они не защищены. Да сколько их там идет? Смотри, целое ордище просто прет. Надеюсь, здесь не будет собак электрошокерных. Ах, красавчик, давай сосисон сюда. Молодец, по красоте.
Так, ребята, я вижу еще там один чувачок идет со снарядом, как говорится, в животе. Опасный типок. Давай еще одного пожарного призовем. Давай, давай, разносим там все к ядре нефени. Давай, выходи уже, там сидит. Отсиживается мне на базенке, а, охламонище. Слушай, по-моему, друзья, три звездочки нам светят. Оп, а вот и собаки шокерные, про которые я вам говорил. Они все-таки здесь есть. Ну, удар еще сделай, есть. Фух, успели. Ну что же, довольно неплохо, да? Так, дальше, значит, двигаемся. 4.5, да? И подожди-ка, у нас вот тут есть 4.5, 4.6 миссия открылась. Слушай, друзья, горючки очень мало. Очень мало, всего лишь на один, получается, бой. Да? Ну, тогда я думаю, что 4.5 нужно нам попробовать пройти. Если получится, то будет хорошо. Ох, какое начало, да? С двух вот этих вот зомбиков. Хм, что будем делать? Брать автоматчика или же пожарного? Слушай, тут что-то как-то уж больно быстро они идут. Или же возьмем... Бросим гранату, предположим, да? И что нам это даст? Оп! Теперь уже, естественно, некогда, как говорится, думать. Тут уже надо действовать, друзья мои. Тут надо уже действовать. Надо призывать автоматчика нам. Это будет очень здесь хорошо. Так, этих заморозить, может быть? Давай-ка заморозим, наверное, да? Пускай наши ребятулечки тут их отстреливают пока. А мы будем... О, еще и отравили. Вот это то, что нужно для нас. Ой-ой-ой, главное, чтобы они не взрывались здесь рядышком, иначе наши ребятушки тоже здесь полягут. Ай, траванули. Траванули охламоны. Найс. Ладно, барышня, прости, ты отработала свое. Было приятно с тобой работать, дорогуля. Так, а мы двигаемся дальше. Кто там у нас? Летуны! С какого, блин, перепуга летуны здесь появились? Ну, давай, наверное, еще одного автоматчика призовем сейчас. Потому что они очень хорошо, ребята, держат на расстоянии вот этих вот зомбарей опасных. А нам это как раз и нужно. Ой-ой-ой, летунчики опять летят. Давай расстреливаем. Слушай, друзья, по-моему, опять три звездочки нам светят за этот уровень. И это будет прикольно. Жалко, конечно, что у нас с вами закончилась горючка. Ну, успели. А то уже там собаки побежали, а? Охламонки. Ну что, друзья, все отлично. Так, ну что, друзья, открывается у нас новая территория, и горючего, к сожалению, больше нету. А это говорит только лишь об одном, что пора нам, наверное, закругляться. Но это еще не конец игры, потому что у нас дальнейшие серии будут потом. Следующая локация будет 4.6, ну, естественно, мы пооткрываем вот эти вот новенькие и посмотрим, что там спрятано от нас. Так, ну здесь ничего нету, за кадром, наверное, я все-таки посмотрю вот эти вот все видосики, получу, как говорится, солидный куш, да, из золота. Золото нам здесь пригодится. Ну что ж, друзья, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.